Потрапити до повітряно-десантних військ для Євгена Шамшина було давньою мрією. Підходив за всіма параметрами, окрім того, що в нього була плоскостопість. Медична комісія мала забракувати. Врятував друг, знімок стопи якого і потрапив на очі медиків. Євгена Шамшина взяли до 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади. Після строкової служби хлопець залишився служити по контракту розвідником. Спокійна служба закінчилась тоді, коли почались події в Криму, і миколаївців одним із перших відправили охороняти умовний кордон між півостровом та материковою Україною. Сьогодні Євген може порівнювати. Знаходження поруч із Кримом, на відміну від того, що довелось пережити трохи пізніше вже на Донбасі, зараз сприймається як відпочинок. Ми, як би з ними, грубо говоря, игрались. То они с нами, то мы с ними. Ну, как бы наша сторона немного воздерживалась, скажем так, в плане, допустим, как-то провоцировать русских. Как бы они, понятно, они со своей стороны больше это делали, потому что их была цель провоцировать нашу сторону. Но у нас, как бы, были очень хорошие командиры толковые, которые тоже, как бы, знали, как правильно нужно поступать в таких ситуациях. Вот. Когда мы там был блокпост у нас на Сальково, тоже русские подъезжали к нам близко, как бы делали маневры, наши хотели там и открывать огонь, но командиры говорили, не надо, это лишняя провокация. Спочатку на кордоні було важко, забезпечення жахливе, жили в холоді і напівголодні. Але вже за місяць ситуація змінилася докорінно. В Україні почав зароджуватись волонтерський рух, і хлопців стали забезпечувати всім необхідним – від їжі та одягу до екіпірування. Благодаря людям, мы там и сыты были, люди приезжали, нам там кушать готовили, вот, и всякую форму привозили, и теплые вещи, то есть мы там нормально себя чувствовали, вот, у нас с этим проблем там не было. Там, на кордоні з Кримом, ніхто й гадки не мав, що конфлікт розвиватиметься. Ну, ми постоїмо в Криму, наверху ми надіялись, що як-то урегулюють все це, то есть рішать між собою, як-то мирним путем, дипломатичним, скажімо так, ми не думали об этом. І тим більше ніхто не припускав, що протистояння в Донецькій та Луганській областях переросте у повномасштабну війну. Хоча певні зерна сумнівів почали проростати, коли спецпідрозділ «Альфа» став втрачати на Донбасі людей. Нам, коли сказали, що там київська «Альфа» почала вже втрачати людей, ніхто до тих пор не вірив, що можна втрачати людей. Тобто, як би, і жили так, спокійно. І от після того, коли потрапили вже ми на Донбас, і була перша засада, коли ми потрапили і потеряли перших людей, першого свого парня, якого ми потеряли, от тоді ми реально зрозуміли, що це все. От тоді у людей просто помінявся, правда, взгляд на все. Вже в травні 79-ту бригаду відправили на Донбас. Там і перший серйозний бій, коли потрапили у засідку під Савур-Могилою. Євген пригадує, що протистояння було тривалим – понад 2 години. Там работало практически все, и артиллерия, и авиация, там все работали. Вот. Тогда у нас первый человек погиб. Наш. Артиллерия и авиация чья? Наша? Наша. Потому что тогда еще наша авиация работала. Ну, как бы с их стороны, если прилетала какая-то авиация, то она не работала. Она просто давала вид, что на границу России заходить не стоит, и уходила. Вот. А работала наша авиация. Но она работала буквально от силы, они проработали с месяц авиация. После того, как подбили наших 2 самолета, после этого запрет пошел на то, чтобы авиация летала на территорию Донецкой и Луганской области. Розвідники – люди підготовлені і фізично, і психологічно. Втім, перший справжній бій Євгена вразив, та й в подальшому враження від боїв завжди однакові. Люди бояться, боялись і будуть боятися. Ну, як би, не бояться тільки дураки реально. Ну, либо, я не знаю, хто ще може не бояться. Постоянно. Ну, ситуація, я ж кажу, перший раз, коли це все було, це совершенно було непредсказуемо, непонятно. Непонятно, що було робити. Тобто, як би, вроді би і хочеш щось предприняти, але ти розумієш, що в этой ситуации тебе нужно пристраиваться к человеку, который более себя как бы адекватно ведет. Почему? Потому что понятно, что когда все попали, все молодые. Много очень было ребят, которые пришли на контракт, еще когда не было войны, чтобы за деньги, правильно? Ну, заработать. Когда они сидели рядом с тобой, при этом всем, это как бы, ну, это действительно было, ну, неприятно, с одной стороны, потому что вот они все боятся, у них какой-то взгляд не тот, и они теряются во всем этом. Ты понимаешь, что как бы нужно что-то предпринимать. И чувство такое было какое-то скомканное, непонятно, что было делать. Понятно что одно, что нужно было просто стрелять и все. И боялся только одно, чтобы просто не попали в тебя и все, или в твоих близких товарищей. Потому что это вот самое тяжелое, я вам хочу сказать, это не когда, допустим, ранят тебя и любят, а когда близкого товарища, с которым ты служил, был рядом,
грубо говоря, питались в одной столовой, вот терять вот, вот таких вот людей, вот это самое страшное было, действительно. Это безумно было страшно. Бій під Савур-Могилою показав реальні вміння української армії. Військові взяли висоту під контроль. А згодом показав і всю безглуздість багатьох наказів, які поступали з Києва. Через буквально некоторое время нам сказали, ну, ребята, которые там стояли, сказали отойти от этой высоты. Да. Дали команду. Это вопросы чисто вот, это политики нам это сказали. Ну, то есть, вот, Министерство обороны дало приказ, якобы, отойти от Сур-Могилы. Ну, как объяснили, что якобы она уже держится под контролем. То есть, ее уже взяли под контроль, все. Наши только отходят, через два дня ее занимают высоту опять сепаратисты. И снова надо идти ее отбивать. Влітку 2014 року таких безглуздих наказів зрадництва було стільки, що й не порахувати. Я б сказав, мабуть, що це предательство більше. Руководство наше, яке бригадне, воно з нами так же само стоїть і їм, ну яка їм вигода від цього? Я не про бригадне руководство. Я зрозумів, вищестоящее, да. Ну я ж говорю, сказати просто, що розслабленість – ні, там, скоріше всього, що просто предательство. Ну як можна отак от? Йде колона і на неї нападають. Причем нападая так, что, по сути, шла колонна очень большая. Она могла, допустим, разбить нападавших там буквально за несколько секунд, но они окопались. Вопрос, как можно за короткое время, если ты, допустим, не знаешь, что идет колонна, будет именно этой дорогой идти, можно занять такую хорошую оборону? Никак. Это значит, просто их предупредили. Цілком можливо, що така безглуздість привела до того, що кілька місяців 79-та бригада провела в оточенні на кордоні з Ростовською областю. Реактивною артилерією їх щодня обстрілювали з території Росії. Відповідати забороняли. Та й не було чим. Євген пригадує, оточення було настільки щільним, що поставки всього необхідного припинилися. В бліндажах сиділи, як кроти. У нас після, я ж говорю, коли ми попали в окруження, вже не було нічого, ні боєприпасів, ні продовольства. Тобто питались, чим, як говориться, було. Колоски польові, тобто такого плану, да. Колоски, кукуруза сырая, это все кипятком заливали. Это действительно было. Кому-то, как бы, вот мы рассказывали, когда вроде бы кажется, как бы, ну так, не по себе. Но это действительно так было. Это было действительно, потому что нечего уже было есть. Мы просидели в окружении 3 месяца, и как бы уже не было ничего кушать. Нас настолько закрыли нам кольцо, что ни продовольствия, ничего не могло заехать. Если хотя бы поначалу нам авиация, там, самолеты бросали нам боеприпасы, какое-то продовольствие, мы как-то питались. А после того, как сбили самолеты, никто туда не летал. А в один момент якісь добродії взагалі пустили чутки, що 79-та бригада загинула повністю. Тоді командири і вирішили на свій страх і ризик виводити людей з оточення. Це був єдиний шанс зберегти їм життя. Ми мали как бы, зв'язь, ще одна бригада, яка нас прикривала, по-моєму, 95-та, якщо я не помиляюсь. Коли ми прорвалися, вони нас намагалися прикривати. Ну і то так прикривали, звісно, що краще б ми самі виходили. От них толку було, я не знаю, практически никакого. Кто реально нам там особо хорошо помогал, так это танкисты. Там реально они вот, их немного с нами было, но они нас очень хорошо помогали нам. И мы с окружением, хочу, прорвались. Вот это был тот момент, когда многие из нас уже считали себя уже все. То есть они понимали, ну они как бы мыслями они надеялись, что прорвутся, но в душе они уже думали, что уже все, не выйдем. Пригнічені місяцями знаходження в оточенні, хлопці не надто сподівались на вдалий вихід. Моральний дух особового складу був на нулі. Розуміли, треба щось робити. Ми розуміли, що ми підемо по-любому через засаду, але ніхто не знав, яка вона буде. Вона могла бути якою угодно. Вона могла бути стрілковою, танковою, допустим, або артилерійською. В принципі, вона була артилерійською. Тобто нас обстрілювали з усіх сторон, абсолютно. Градами, саушками, танки стреляли, то есть вот такое было. Расстреляли со всех, там 4-5 с 5 сторон стреляли отовсюду. Антранцит, Ровеньки, отовсюду, Димитровка, отовсюду, где стояла их не артиллерия. То есть со всех сел они лупили. И они такой, и был очень сильно плотный огонь, действительно был плотный. Такой, что идешь, и вот рядом слышишь, как снаряды просто летит, и надеешься, что он не в тебя. Ну, в принципе, есть такая поговорка, как покойный Гранит сказал, что если ты слышишь свист, значит, это не твой снаряд. Колона, де був Євген, прорвалась вдень. На щастя, вийшли з оточення з боями, але без втрат. Майстерність офіцерів була на вищому рівні. Людям, які йшли за ними, вночі пощастило менше. Там були 200. А коли вийшли з окруження,
Ну, таких довольных лиц не видел никогда еще у людей. Все сияли, как не знаю кто. А когда мы уже непосредственно переезжали уже в Донецкую область, уже мы уже вышли, грубо говоря, с нее. Все, там люди просто, когда мы приехали в Николаев, мы заехали в Николаев, вот тогда действительно, когда нас встречали, мы едем сигнали, мы специально проехали через весь город с флагами ВДВ, как раз это было лето, мы вышли с окружения летом, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то в районе 9 числа. А когда мы приехали на КПП, стояло миллион людей, миллион журналистов, и вот это все кричат, там как бы, вот это действительно дух захватило, на секундочку так схватило, и показало, что действительно нас кто-то поддержит, нас тыл прикрыт. В Миколаєві, де панував мир, ще кілька днів не могли уговтатись. Стільки емоцій було, так вразило те, що їх тут чекали. Потім, звісно, багато хто ушов, хто-то морально не витримав. І осуждати таких людей, як би, я вважаю, неправильно. Хто-то просто не змог. Хто-то дійсно... Хто-то пішов далі, тому що після цього почався вже аеропорт там. І, як би, ну, люди, хто-то змог далі піти, а хто-то ні. Відпочити в Миколаєві багато часу не дали. Війна тривала, і на фронті були потрібні досвідчені бійці. Перш ніж виступає колона, з основним складом військових працюють сапери та розвідники. А відтак Євген був завжди серед тих, хто прокладає шлях. Серед тих, хто мав більше шансів не повернутися до своїх. Роботи вистачало. Донецьких бойових шахтарів навчали професіонали з російської армії. Мінування доріг було якісним. Им помогает Россия, а в России там действительно, ну, толковые очень спецы есть. И они их обучали, как правильно делать минно-подрывному делу. То есть, как правильно взрывать дороги, как правильно минировать. То есть, они не глупые были, они не просто тупо бросят мину на дороге и уйдут себе или прикопают ее. Они, допустим, поставят мину, сами растянут растяжку в другую сторону, допустим. Что если мы, допустим, не здесь пойдем, а чуть левее, то все равно мы подорвемся на ней. И наша непосредственно была задача это все как бы найти и обезвредить. Конечно, с нами работали саперы. Это тоже я хочу отдать должное людям, саперам. Они выполняли свою работу колоссальную там. У нас и был один парень такой тоже, он подорвался на растяжке, к сожалению. Тоже вот они пролаживали дорогу, путь, чтобы могли выйти. И, к сожалению, вот так вот произошло, что вот он подорвался. Но... Саперы там делали колоссальную работу. Вот разведчики и саперы, вот ребята были, которые действительно вот в путь шли, это самые первые смертники были. Если не мы, то кто? Кто кроме нас это будет делать? Защищать надо людей, надо как бы идти вперед. Понятно, что будет страшно. Возможно, даже что-то произойдет. Но в сомнении просто было, не сомнение, а в мыслях было одно, что мы защищаем людей, и мы должны идти до конца. Потому что на нас есть люди положили свою надежду, люди на нас верят. Поэтому, как бы там ни было, это наша работа. Мы, я считаю, мы сами пошли туда, как бы, ну вот, служить в армию. То мы должны до последнего быть военными. Не просто быть, там, ходить красиво, одевать форму, как вот бывают люди, да, вот раньше тоже оденут форму и ходят просто себе. Надо соответствовать своему имиджу. То есть нужно, если ты уже одел форму, одел, как говорится, да, то ты должен до последнего быть. Євген і сам неодноразово бував за крок від смерті. Але він у захваті від людей, які утримували Донецький аеропорт, і які сьогодні продовжують утримувати найближчі до літовища населені пункти. Життя на руїнах під обстрілами варто поваги. Пески взагалі молодці, я не знаю, це ребята, ми коли так к ним заїжджали, то там просто смотришь и думаешь, ребята, как вы там еще держитесь? Серьезно, там просто негде уже стоять. Вот так вот заезжаешь, тупо вот так вот все разрушено, руины сплошные. И вот это они загоняют, там гаубицы или танк становится с горем пополам и делает выстрелы. Только для того, чтобы прикрывать своих. Сьогодні немає таких активних бойових дій, як було в 2014 році. Протилежна сторона дотримується мінських домовленостей умовно. Перші дні після чергових перемовин – тиша, а потім обстріли поновлюються. Кінця конфлікту поки не видно, і люди втомлюються морально. На щастя, каже Євген, серед командирів сьогодні багато таких, хто вміє підняти бойовий дух. Нельзя человека бросать, когда вот он где-то в чем-то разочаровывается, у него начинается такое настроение, знаете, как бы он уходит в себя. Нельзя этого допускать, потому что когда он начинает уходить в себя, человек уже ни о чем не думает. Он только о своих проблемах сидит и задумывается. А командиры старались всегда поддержать. Всегда поддерживали солдат, сержантов там. Вот реально, даже иногда, знаете, была такая ситуация, когда обстреливали, даже вот командиры так шутили, что нам смешно становилось. Мы просто сели в окопах и смеялись. Это уже хорошо.